А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Це програма «Дар усиновлення». У нашій студії зараз знаходиться сімейна пара, які загорілися бажанням подарувати право на щастя чотирьом діткам. Знайомтесь, це Тетяна та Олександр Ніщики. Таня, Олександр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте ми спомнимо вот этот момент, я би сказала, беременность прийомними дітьми. Давайте еще вспомним вот этот период до того, как в вашей мысли вообще появилось такое желание. Кстати, скажите нам, почему оно у вас появилось? И проживем с вами вот этот период до того момента, как вы уже едете с уже вашими приемными детками, едете домой. Сердце, стук сердца слышишь в ушах. Оно выпрыгивает, и ты стоишь перед громадной ответственностью не за одного, а за четырех. Так как появилось вот это желание стать мамой? Еще четырех, кроме того, что уже скажу наперед, что у Тани еще трое своих кровных. И у Саши. Я сейчас вспомнила такой момент, когда-то стоя в интернате, еще будучи просто учителем, тогда в младшей группе мы проводили урок воскресных школ, так вот уроки такие. Мы уже стояли на выходе, так скажем, в дверях с группой людей, которые привезли нас туда. И бегали, вот группа маленьких детей бегали вокруг нас. И был маленький мальчик, ему, помню, 5 лет, и звали его Илья. Он вцепился в мою юбку, тянул меня на себя и, ну, так практически плакал, упрашивал: «Не уезжайте, пожалуйста». Нет, он меня на «ты» тогда называл. «Не уезжай, пожалуйста». Это очень много раз он повторил, и он, я помню вот этот момент очень ярко. Тогда, скажу так наперед, это, наверное, ну, была последняя капля в моем сердце с решительным «да, я это сделаю». Угу. Это не был мальчик, которого я взяла. Вот. Но это он, начало. Да, он растопил мое сердце. И с этого началось дальнейшее раздумывание над этим, да? Нет. Угу. Нет, это я немножко вперед. Так это яркий такой момент вспомнился. Помню период в жизни у меня еще до свадьбы и после свадьбы. Поженились мы в 2007 году. У меня была такая очень насыщенная жизнь. Я везде, где только можно было, участвовала в церковных служениях. Это очень мне нравилось. И, в принципе, если взять вот период в жизни, когда не было этого служения, и потом, когда я служила, то настолько я прижилась в этом всем, что я по-другому себе уже просто не представляла. Я не хотелось там, мне не хотелось отдыхать, больше поспать или еще чего-нибудь. Настолько вот оно родное стало для меня. Потом, после свадьбы, мы чуть дальше отъехали уже на съемную квартиру от церкви. Мне стало сложнее приезжать, но мы все равно приезжали, все равно служили. Тогда в группе пели мы вместе, ездили по вечерам. Вот муж после работы ездил. Но, в принципе, как-то началась уже вот тише наша жизнь, тише, тише. Вам не хватало? Не хватало, вот очень именно сильно. Именно Татьяна вам? Да, очень сильно не хватало вот этого движения, да, для Бога. Мы прожили на одной квартире очень мало, переехали еще дальше. Угу. Еще дальше мне было сложнее. Потом я забеременела, у нас появилась дочка. Я уже не могла ее маленькую брать с собой на репетиции или ехать где-то на евангелизации. Вот муж был на работе до вечера, так скажем. Нянек у нас никого не было, ни дедушек, ни бабушек рядом. Мне очень сильно этого не хватало, и я начала молиться тогда о том, чтобы Бог дал мне возможность. Я понимала, что вот, ну, многие мамы, которые у нас дома в церкви есть, многодетные, они дома, да. И я вижу, что их жизнь посвящена дому. Они с детьми, они воспитывают их для Бога. Но я чувствовала внутри, что для меня этого мало. Угу. Я воспитаю своих детей, это для меня как обязанность. Воспитать их для Господа. Но мне хотелось большего. Я начала молиться,
очень слезно, очень сильно, настойчиво на то, чтобы за то, чтобы Бог что-то вот поменял, какие-то обстоятельства или дал возможность мне даже дома служить. Вот. И это толкало меня вот к каким-то таким вот именно к посвящению. Тогда я помню, молитва была у нас в церкви. Очень ярко я запомнила. Была проповедь, и был призыв потом, вот кто хочет выйти, именно посвятить себя Богу. Даже если сейчас вы не представляете, какое-то будет служение для вас, просто вот выйти и сказать Богу, вот я, пошли меня. Я тогда вышла, помню, даже не сомневаясь, я Богу сказала, что вот я готова, а ты дай мне служение, я хочу быть для тебя сосудом, который ты будешь использовать, и я буду удобна в твоих руках. Вот. Я помню, пастор тогда сказал, что, возможно, вы эту молитву забудете, но Бог ее слышал, Он этого не забудет никогда. С того времени прошло несколько лет, я продолжала настойчиво молиться, чтобы Бог дал мне служение. И так наша жизнь затихла, так скажем, детки, дом. И Бог дает мне возможность поехать, предложили моему мужу, я узнала, что он едет в интернат. Я говорю, как так, я хочу? А он говорит, ну подойди там к брату, просто скажи свое желание. Я к нему подошла. Я говорю, слушай, ну я сижу дома, у меня такое желание. Я говорю, возможностей сильно нету, но если у вас есть свободное место, или вы куда-то едете мимо нас, возьмите меня с собой. Он говорит, хорошо, там я скажу, узнаю. И он мне в скорости буквально через пару дней звонит, говорит, ты в субботу едешь в интернат. Так получилось, что я поехала вместо своего мужа. Я этого очень не хотела, вместо него получается. Но так получилось, что я села на его место, так скажем. Я с того времени начала, там не очень долго я ездила, давала деткам уроки, ну, похоже на воскресную школу, вот так вот, библейские уроки. Потом я забеременела, очень тяжело у меня беременность проходила. Это уже третьим ребенком? Да, это третьим ребенком я лежала. В принципе, так скажу, я практически всех, кроме старшей, вылежала, вот двоих детей. Мне пришлось лежать. К сожалению, я лежала, но у меня все равно случился выкидыш. Я очень была опечалена, молилась, плакала перед Богом, не понимала, что происходит, потому что я сделала все, все усилия приложила к тому, чтобы сохранилась беременность. А вот. Но потом я уже поняла ответы. Поняла потом ответы. Я так для себя поняла, что я слишком маленький человек, чтобы Богу какие-то просить вот объяснения у него. Я знаю, что то, что он делает, это мне ко спасению. Он будет делать все. А нравится мне оно или не нравится, это уже не мое дело. Хорошо, Татьяна, давайте мы что-то спросим у Александра. Хорошая жизнь, да, жена, детки есть, все только-только начинает налаживаться, жена активистка. И вот тут видишь, что жена зажигается еще какой-то мечтой, еще какой-то целью. Вот она теперь еще хочет... Еще троих или четверых взять. Как вы на это смотрели? И вообще, обычно в тех семьях, где жена активная, может быть муж не такой активный, а более спокойный. Или наоборот, если муж гиперактивный, то жена более спокойна. Вот в вашей семье как? Или сбалансировано так? Моє желание насчет деток взять было давно. Ну, мы просто про це не обсуждали. Не обсуждали. Ну, нас один раз нам предложили. И я согласился сразу. Я жене говорю, кажу, вот давай, ну, там нам тоді отказали. І ми вже так далі молились, ми вже знали желання один одного, що ми в правильному направлінні йшли двох. В єдинстві, у вас одна цель була. Да. Хорошо, от Татьяна начала, опять же, їздити в інтернат, да, видеть этих деток. Ну, во-первых, для деток інтернатських там все тети, все мами. Да. Да. А что дальше? Вот вы видели, детки разные. Ну, рассказывайте, как получилось так, что эти четверо маленьких героев оказались в вашей семье? Это очень интересная история. Еще хочу добавить к тому, что муж сказал, у нас были две попытки уже взять детей, и нам отказали. Отказали по той причине, что у нас нет своего жилья, и нам вообще так развели руками, то есть все двери перед нами закрылись. Мы сказали, не имеем права по закону вообще, никак. Пока нет жилья, работа есть, нету. Да.
не тяжело устроиться. А вот то, что нет жилья, это главная преграда была. Потом я попала в интернат, опять получается, вот наши попытки опять же возобновляются, да. Детки были разные, в основном сложные, потому что это интернат, это центр социально-психологической реабилитации детей. Детки там сложные, чаще всего попадают туда. И, в принципе, я видела, что такое, ну, может быть, есть и хуже интернаты. Но я видела, что их любят там, за ними ухаживают. Они на первый взгляд мне не показались какими-то очень сложными. Единственное, что были несколько детей вот в младшей группе, которую я вела, они бились, сильно бились, они пытались всевозможными способами сорвать уроки, но не потому, что они не хотят заниматься, а потому, что они вот такие вот. Они не привыкли к дисциплине, они не привыкли сидеть и слушать, они разных возрастов там были. Если кто-то что-то кому-то не, ну, не то сказал, они бились, причем бились с такой злостью. Я смотрю на этого ребенка, он бьет другого, злится, прямо аж, ну, я вижу, как это из него выходит. Да. Но я поняла четко, что это не просто злость от, ну, от внешних каких-то. Это от того, что ребенок не получил любви, не получил ласки. Он не знает, что это такое. Он не знает, что это такое. И просто когда оно скопилось у него внутри, вот выход этому. Просто он бьет другого, и вот это выходит, вся его вот эта накопившаяся злость. Этот ребенок сейчас мой. Но вы же расскажите, что оказывается, что у него еще есть и братики, да, и сестра. Да. Их четверо всех. Это семья. Это семья, да. Двое старших, 15 и 13 лет, они родные между собой, а остальные от разных пап. Мама у них одна. Я не очень тогда общалась со старшей девочкой, потому что она была не в моей группе. Мы с ней знакомы, мы с ней разговаривали были, но близких отношений не было. Больше с мальчиками время проводили, этими двумя даже, так скажем, двумя младшими. Я их знала хорошо. Знала, что они буйные такие вот, бьются, дерутся. Старшая девочка, ночью я как-то переписывалась с ней по телефону, она вдруг сообщила, что она у нас в Бородянке учится в училище. Тогда это было первое число сентября, и только вот она там в общежитии живет. Ее отправили от интерната туда учиться. Я с мужем утром поговорила. Оказалось, что у нее даже тетрадок нету. Я с мужем поговорила, говорю, давай съездим к ней в гости, это недалеко от нас, тем более мы ей купили, что ей нужно было. И все. И через несколько дней буквально муж приезжает, говорит, там еще один брат, который вот ответственный за этот интернат, у нас в церкви ездит туда, ответственное за служение. Он спрашивал, может быть, она может у нас пожить, потому что даже на каникулы с общежития всех расселяют. Ей деться некуда. Но даже не в этом было дело. Вопрос просто, может ли она у нас пожить. Я понимала, что такое общежитие для 15-летней девочки. И где она может закончить через несколько лет. Для меня эта страшная картина сразу в глазах стала. Нас не испугало то, что мы на съемной квартире живем. Мы, конечно, сказали, что, конечно, пускай, да, мы согласны. А Алена, эта девочка, она сразу поговорила со своим там руководством в общежитии, в этом лице, и она спросила, может ли она жить, но она не знала, как даже нас назвать. Она сказала тетя, все, тетя Таня. И ее отпустили, на мое удивление. Ее отпустили, я написала заявление, что я беру ее под свою ответственность, содержание, все, что ей необходимо, это я буду ее обеспечивать. Прошел день-два, мне звонит зауч оттуда и говорит, что в социальной службе хотят вас видеть. Мы испугались сразу. Я думаю, сейчас скажут, верните, где взяли. Государственный ребенок, сирота, а мы никто. Мы поехали так, переживали сильно. Помню, приезжаем в социальную службу туда, и девушка, эта работница спрашивает, а может быть, вы хотите оформить? Я говорю, так а как оформить? Нам не дают. Она, ну давайте, ну почему, расскажите. Я ей рассказала нашу минусы, преграды наши. Она говорит, так тут совсем по-другому все. Я говорю, ну давайте тогда поближе, поподробнее по этому поводу поговорим.
Вот мы все обсудили, рассказали все свои вот желания и все, что не получалось у нас до этого. Вот. Нам дали разрешение, мы собрали справки. Мы сказали, что мы живем на квартире. В принципе, нам сказали, что сейчас ползапада на квартирах живет, это вообще не проблема в этом деле, то есть можно взять на опекунство. Мы очень быстро собрали все документы, потому что деток, у них уже выходил срок пребывания в этом интернате. Их должны были отправлять где-то дальше. Распределить их все да. по разным интернатам. Да, я не знаю, где бы они оказались, были ли они бы вместе или нет, но мы четко вот вложились в предел времени, и мы забрали их. Хорошо, на этом мы остановимся. И как вообще налаживались отношения этих четырех героев, ваших кровных троих, мы узнаем после музыкальной паузы. В эфире программа «Дар усыновлення». Писати щастя дитини, що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато. Для щастя дитини не треба багато. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не перестане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо сім'ї виростають відповідні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцній сім'ї у житті все вдасться. Коли поруч рідні, буде легша дорога, бо сім'я в першу чергу – це є задум Бога. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порве. В ефірі програма «Дар усиновлення». Ми повертаємося до нашої студії. Тетяна і Олександр Ніщики у нас в студії. Так, привезли ви четверих діток. Це Максим, Женя, Денис і Альонка. Як у них почали складуватися, строїтися отношения з кровними дітками? Не було ли такого, от знаєте, кровные ожидают, приедут сейчас, будем в войнушки гулять, в куклы играть. А те, которые из интерната, им сейчас хочется вот заполнить пустоту, которая есть. Вот такая огромная-огромная дыра, незаполненная. Там, где должна быть любовь, эти дети не знают, что это такое. Эти дети не знают, что такое забота. И им хочется вот сейчас, именно сейчас вот это все заполнить. Некоторые говорят, что дети висят там днями на шее у приемных родителей, а потом свои кровные это все видят и начинают, давайте-ка вы их отвезете обратно. Такого не было? Как строились отношения?
Ну, сначала моя старшая кровная девочка Карина, мы с ней молились, она очень ждала, было ее желание также, чтобы у нас появились такие детки, чтобы мы могли им служить. Ей очень хотелось еще братиков-сестричек, она этого ждала. Она ждала день, когда мы привезем их. Она делилась своими игрушками. Не было такого, что вдруг вот она почувствовала, что у нее что-то забрали. Нет. Вещи все стали общими. У нее есть свои личные, но это единицы, так скажем. В основном она все вот отдала в распоряжение всех. Насчет объятий висеть на шее, был, возможно, какой-то небольшой период, когда детки привыкали. Они не вешались сразу к нам на шее. Угу. То есть не было такого периода, когда вот детки появились, и вдруг кто-то появился еще на шее у ихних мам и пап. А вот постепенно они пришли, начали обнимать. Мы не заставляли, не нажимали на них, чтобы все происходило искренне, так как оно вот пускай идет своим чередом. Мы молились, чтобы Бог сдружил нашу семью, чтобы дал нам любить друг друга, и чтобы мы одной семьей стали. Не было вот они и мы. Вот. И сейчас мы дружно живем, хорошо живем, любим друг друга. Есть моменты, вот был период, когда деткам нужно было привыкать психологически, морально. Но не, я скажу, что не было вот ярко как-то внешне, сильно видно, что им тяжело в новой среде. Не скажу это. Мне кажется, что они очень быстро привыкли. Единственное, что был такой момент, их еще они были в интернате, их начали оформлять на поездку в Америку. Они попали к нам, и через месяц они должны были ехать опять на целый месяц в Америку. Они очень сильно не хотели туда ехать. Им понравилось у нас, но младший, ему было тогда 7 лет, он до конца не осознал, где он, что он. И он думал, что их опять куда-то из нашей семьи отправляют дальше. Они не хотели этого очень сильно. Мы уговаривали, я им рассказала, что вы никуда не уезжаете. Вы съездите и вернетесь обратно в семью. И тогда вот, наверное, в этот момент они уже на самом деле поняли, что они в семье. Угу. То есть они это прочувствовали. Да. Александра, как вы справлялись? Было трое своих, которых надо научить, да? Отец – это авторитет и в какой-то степени друг. Тут еще четверо. Были ли сложности именно у вас, как у отца? Ну, были сложности того, что у нас маленькие детки, а тут уже постарше. И як з ними себе вести. Я, ну, молився, Бог дав мудрості, і ми з ними общий язик знайшли. І я їх з собою на роботу брав, ми общалися. Там магазин в місті, віддихаємо в місті. І ми стараємося кожну суботу з сім'єю в місті проводити. Там, то сімейне время. Сімейне время, і я з ними общаюсь. Потихоньку общаємося і вони починають довіряти. І наші відносини почали строїтися на довірі. А у вас були якісь розчарування от в плані довіри, у плані подяки? Тому що їх уже один раз зрадили. Зрадили власні батьки. Не хтось там. Це дуже глибока душевна рана. Ви, можна сказати, як лікарі, душі, серця. Треба дійсно мати постійний зв'язок із Господом. Чи були у вас розчарування, такі глибокі розчарування, коли начебто ти вкладаєш, сієш, а плоду ще немає? Мало того, що плоду немає, навпаки, якийсь там знак протесту, невдячність, недовіра. От більшість прийомних батьків, усиновителів кажуть, що вони дуже довгий час тебе перевіряють. Чи не зрадиш ти, як уже їх один раз зрадили? Ну, я скажу, що сразу результату від них подяки не дождешся. Ти саме ж ти посадиш, то треба подождати, поки воно виросте. Да. Треба сіяти, а в своє время воно виросте і дасть свій плод. Ну, і окрім того, що подяку ми, мабуть, будемо чекати, ожидай тільки від Господа, да? Ну, та, то благодарення. Да. Хорошо, скажіть, пожалуйста, ще,
уже видны какие-то плоды? Дети меняются? Вот я опишу ситуацию. На прошлой программе у нас был человек, они тоже взяли двух детей, братик и сестричка. То детки боялись воды, потому что их никто не купал. Их нашли где-то в каком-то заброшенном, где-то далеко доме, притоне. Дети не знают, что такое кушать столовыми приборами, что такое туалет, дети не знают. Вот где надо, там и сходил. Но вот прошло очень длительное время, и только-только вот начали показываться какие-то плоды. В вашей ситуации есть плоды? Были ли такие, знаете, что можно сказать, безнадежная полностью ситуация? И потом вот плод есть. Чтобы, может быть, подбодрить тех, кто тоже в такой же ситуации, как и вы находитесь. Сейчас старшая девочка Алена начала учить младших. Вовремя переодеваться, вовремя мыться, как кушать, как вести себя за столом. Я не всегда присутствую, когда она говорит это, но я часто слышу это, даже из соседней комнаты, как она учит старших. И она говорит такую фразу: «Я раньше тоже так думала, я раньше тоже так относилась, я раньше». То есть я сейчас вижу, что с ней уже что-то меняется произошло. Да. Ну и кроме всего приехал Сашин папа. Спустя буквально месяца два, наверное, три, может быть. Он был у нас, когда мы взяли этих деток, и приехал недавно опять. Он сказал, что это совсем другие дети уже. Это вид со стороны. То есть мы, может быть, каждый день этого не будем замечать, но вот вид со стороны. А вот как вы вообще, Алена, у вас самая старшая, ей 15 лет, да? И с ней нужен, я не знаю, какой специальный подход, потому что получается, что Алена была со всеми этими детками, правильно? Да. Она их воспитывала, кормила, стирала. То есть можно сказать, что у нее не было детства. Она не знает, что такое какая-то детская радость. То есть она, наверное, там во сколько? В 10 лет уже стара взрослой женщиной, да? Угу. Вот как вы с ней налаживали отношения? Дружба, любовь, никаких упреков, а больше советы. Вот. Постарались именно дружить с ней на ее уровне, не навязывать ей по поводу чего-то, а советовать, как будет лучше. Мы даем ей право выбора. Она уже в таком возрасте, когда она может решать. Она не имеет опыта, мы делимся своим опытом по определенной ситуации, как мы сделали, как получилось, например. Это и негативные опыты, мы ее предупреждаем о последствиях тех или иных действий. Но сейчас мы не можем ей сказать: «Нет, я так сказал», потому что уже все время это не то. Вот только вот так вот. Угу. Дружба, любовь, чтобы она почувствовала это, что она нужна, что ее любят. Хорошо. И последний вопрос. Что изменилось в вашей жизни? Сколько лет они с вами? Алена с нами 10 месяцев, мальчики 7. 8 уже. Что изменилось в вашем понимании всего жизни, понимании Бога за вот этот период? Что-то поменялось? Может, вы что-то для себя такое очень ценное поняли и не променяете больше никогда ни за что? Я поняла, что сиротами занимается Бог. Я это очень четко поняла. Есть его работа в нашей жизни, но я знаю, что сиротами, где они есть, занимается Бог. И если мы берем, делаем этот шаг ответственный, я понимала заранее, что будет сложно. Я была беременная, уже почти в скорости я родила. Нет дома. Я поняла, что все перевернется, вся наша жизнь. Но нужно брать это на себя, потому что сиротами занимается Бог. Это Божье дело. И какими качествами должен обладать человек, который хочет заняться вот таким служением? Может, есть одно какое-то? Может, я думаю, что это любовь. Нужно уметь любить. Но и терпеть? Все приходит от Господа, да. Даже то, чего у нас не было, мы просим у Бога, Он дает нам силы любить, быть опорой, быть поддержкой. Терпение, конечно. Да. Тетяна і Олександр Ніщики сьогодні були у програмі «Дар усиновлення».
Я этих людей называю героями, всех, кто усыновил или кто занимается детками вот, в приемных семьях. Это действительно герои, которые служат, а некоторые служат на износ. Кто-то здоровье у людей начинает хромать, некоторых по скорой увозят, потому что видят такие картины от этих деток. Это герои веры. Спасибо вам, что вы сегодня здесь были, поделились, рассказали. Желаем вам благодати на благодати, чтобы Бог все приложил, все необходимое для жизни, для благочестия и для служения. Спасибо вам. Спасибо. С Богом. С Богом. З вами була програма «Да».